И снова всех приветствую, друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас на обзоре будет следующий джемпер для фитнеса и тренировок. Называется он MNSV MVN HDPO. Цвет у него черный. Цена 5800. Размер взял 46-48. Но вы знаете, я так посмотрел. У меня такое ощущение, что это очень большемерит этот джемпер. То есть вот это 46-48, но он большой реально, ребят. Я, конечно, понимаю, что он для тренинга, да, там. Но мне интересно стало посмотреть, как он будет смотреться. Это такой просто, так скажем, такой легкий, комфортный, удобный джемпер именно для тренировок. В подмышечной части у него имеется сетка для вентиляции. Вот в этой части, вот она, это все сетка для вентиляции. То есть с левой и с правой стороны. С левой стороны у нас идет надпись Nike. Выполнено красным цветом, но это приклеенный материал, резина приклеена. Джемпер получается утепленный по спине, то есть сверху здесь идет флис, такой тонкий. Сзади, соответственно, для лучшего отвода испарений, потому что в основном потеешь сзади, спина потеет, идет отвод влаги. И утепленный немножко капюшон тоже на легком флисе. Вот. Ну, то есть, такой вариант, как бы он подходит и для улицы в то же время, да, там в футбол поиграть, и для тренинга в зале тоже подойдет. Очень комфортно. Такой вот свуш у него логотип на груди. Интересная вещь, интересно посмотреть, как она будет смотреться. Вот, сейчас мы ее померяем и посмотрим. Расскажу о своих ощущениях, соответственно, расскажу свое мнение о данной вещи. Ну, собственно, видели, да, ребят, как смотрится на мне. Легкая, комфортная, удобная вещь. Подойдет для тренинга, для бега. Но, опять же, чтобы почувствовать вот это все, да, отвод влаги, легкость, нужно, опять же, в этом заниматься. Нужно прикладывать какую-то физическую активность. Поэтому, вот, смотрите, как бы, кому понравился данный джемперочек. Я бы сказал, это такой джемперочек, именно как и ветровочка. То есть два в одном. Так что приходите в магазин Спортмастер и покупайте. Кстати, вещь довольно-таки качественная. Made in Cambodia. Камбоджа делает довольно-таки качественный текстиль. Насколько я знаю. Вот, а размер? Размер идет размер. Ну, может быть, чуть побольше мне надо было взять. Но реально вещь большемерка, ребят. То есть, я никак не 46-48. У меня размер 50-52. А вот это 46-48. Ну, сами видели, как сидела. То есть, сидела она практически нормально. Очень удобно и комфортно. Поэтому всем, кому понравилось, ребят, приходим в магазин Спортмастер и приобретаем данную ветровочку. Ссылочку на покупку я обязательно приложу в описании к этому видео. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам счастья, добра, хорошего настроения. С вами был Михаил. Увидимся в следующих видео. Всем счастья и добра, друзья. Всем пока-пока.